Максим, я вот разговаривал с Владом, Владу сказал, повторю вам, я такого матча не припомню на Лайнс-арене. За 2 минуты 4 гола, причем это 2 одной команды, 2 другой команды, общий счет 9-7, 16 мячей. Эта игра, по-моему, войдет в историю. Ну, хоть не в одни ворота. 16 мячей, 9-7, хороший счет, хорошая игра. Ребятам спасибо, и соперникам, и моей команде спасибо, выложились полностью. Потому что от этой игры зависело. Следующая игра тоже, займем ли мы хотя бы второе место. Проиграли, к сожалению. Игра вполне достойная. Всем понравилось. Я уверен, что она понравилась не только вам, как игрокам, но и вашим болельщикам, и болельщикам команды соперника. Немножко другой уровень команды. Вы попытались усилиться. Чего не хватило все-таки, чтобы достичь положительного для вас результата в этих двух играх? Да, соперник, конечно, не такой, как в первой игре. Чуть послабее по нашим меркам, нашего уровня, я так считаю. Плюс переговорили между играми в перерыве, собрались, так сказать, с духом, договорились в целом. По идее получалось, но счет не в нашу пользу. Мне кажется, что если было бы еще минутки две добавлены, то могли бы еще забить друг другу. Друг другу, да, не только мы. Да. Спасибо.